Опять же, 20 августа, тут по просьбе телезрителей, коротенечко по поводу изготовления тележки. Весь процесс я вам уже как бы заново не сниму, потому что ну, она уже готова. А так как бы умного ничего. Исходя из того, что жатка достаточно тяжелая, она весит почти 4,5 тонны, поэтому мы делали... Ну, очень мощно это все. То есть мы взяли двутавр. Здесь 20-й, по-моему, или 22-й. Взяли сварщика. Сварщик взял, сложил двутавр и проварил вот шов. И получился у нас такой вот квадрат. Ну, он прямоугольник, но обзовем его квадратом. Взяли со старенького прицепа балки, вот они, обварили их таким металлом, десяточку сделали, такой треугольничек, чтобы поставить здесь, чтобы качение было, и поворотную ось. Поворотную ось выточил токарь, вертикальную и горизонтальную. Наше дело только собрать это было до кучи. Вышло сварить. Проблемы большой нету. Я так думаю. Сварщику при руках. Что тоже это сделал. Опорное колесо купили на базаре. На базаре купили ступицы от Газели. Поставили спарку. Ступицы и диски купили на базаре и поставили спарку, потому что достаточно тяжелая жатка, и чтобы была нормальная площадь опоры. Ну, в общем, постраховались, не знаю. Может быть, и выдержало, но решили подстраховаться. И все. То есть сделали балку, сделали оси. Здесь то же самое. Балка от старого прицепа, взяли его, все остальное это сварили сами, такую площадочку, и все. И когда приехала, то есть это мы сделали изначально, а потом, когда уже приехала жатка, взяли ее, поставили на комбайн, приложили до балки, ну и уже путем, методом тыка, так скажем, вот эти все крепления, опоры уже делали по ходу. Потому что без жатки мы этого сделать не могли. Жатку никто из нас ее не видел никогда в глаза. Поэтому делали это уже все потом. А вот эту конструкцию прилепили. Тут. Эту конструкцию прилепили уже для именно для погрузки краном. Вот одну такую балочку сделали, вот сзади вторую. Чтобы не стягивали стропы, чтобы не повредить. Ну и такой старый резиновый шланг взяли, одели. Можно взять металлическую трубу. Как бы тоже будет выполнять ту же самую работу. Все. Металл. Купили, сварщика попросили. Сварщик нам все сделал. Все, ничего мы тут такого мудрого. Самое трудное было, конечно, выставить жатку, чтобы она была в равновесии держала, чтобы она ее не перекидывала. Но это уже только при наличии жатки мы могли сделать. Здесь проложили резиночкой, чтобы не обтиралась труба. Ну, коротко так. Все, спасибо.